Всем привет, ребят. Ну что, вот обновление наступило на английском сервере, и сегодня мы опять же не посмотрим на самого обалденного, самого дорогого, самого просто невидимого героя. Нового героя назвали вот этого дракона, который донатный, его еще до сих пор не продают. Здесь его назвали Зефирика, по-моему, сейчас я его... Вот он. Зефирика, то есть обалденный герой, которого до сих пор не продают, но с нововведений, то, что я вижу на этом сервере, вот посмотрите на эти паки, да, вот ну, тут уже сразу продают для перехода. Правда, три штуки, по сути, ну, в принципе, плюхи неплохие, может, заберу, покую. Три штучки всего лишь, 100 баксов. Фигня, короче. Для того, чтобы сделать одну девятую, сейчас я посмотрю, сколько надо. Ну вот, сделать одну девятку надо 5 штук, 200 баксов на одну эмблему. Я думаю, они их будут продавать, девятки, неделька две будут девятые продавать. Так, что еще интересного есть? Вот этот вот пак Вольт за 5 баксов, ремка, скин, плюс победный. Ну, это вообще просто обалденный пак здесь. На русском сервере такого не было. Вот так вот продают Apex кристаллы, плюс вот новая сумочка, с которой падает скин на стрелка, но их всего 5 штук, бессмысленно. И скин на зефирик 5 штук. Плюс можно достать питомца, ну тут и так 200 штук продают, он не донатный, его можно и так вытащить. Плюс пятое, ну такое, тут вот за 50 две штучки можно получить, плюс плюхи. Вроде все, с такого больше я ничего не увидел. По поводу вот этой вот фигни, вот я на первом месте, дают за силу, за арену, топ-1 арены там идет. То есть можете добавить друзья, посмотреть, какие герои выставляются. Герои, кстати, выставляются сами, могу выставить. То есть я какие хочу герои, вот я поставил, допустим, Минотавра, да. Нажимаю на плюсик, выставляю Купидона. Еще давайте Дрейка поставим. Это пока ни на что не влияет. Показывает вашу силу, гильдию. То есть ничего такого сверхъестественного нет. Плюх не дают мне. Вот заходим сюда. Вот все мои герои. То есть плюх никаких не дают. То есть вот как-то так. Купидон у нас какой-то подрезанный, надо будет его поменять. Вот, по поводу плюх, который вот, если нажимаете прайс, то есть вы нажали, отдать типа голос свой, и вы, соответственно, получаете, я не знаю, там, я не смотрел на, по-моему, раз в сутки, если я не ошибаюсь, вы получаете гифт-пак. Вот такой вот желтенький. Ну, с него вы, соответственно, получаете вот такие вот плюхи. Ну, коробка, конечно, это круто. Карта смены. Так, я использовал. Так, что у нас? Что у нас с музончиком? Я не понял. Ну, в общем, такие вот плюхи получили на улучшение агментации. По поводу нового дракона, я же говорю, это просто мега эпический герой, которого нет ни у кого. Параметры статки я уже вам показывал. Ну, я надеюсь, его начнут где-то продавать. Возможно, на Тайване сегодня начнут, либо завтра уже с утра мы сможем его протестить. Ну, пока ни в ивантах, нигде его, к сожалению, не продают. Тут тоже ничего такого нет. Пират у нас тот же.
да, все то же самое. То есть пока нового героя вообще нет. По акциям я уже пробежался, посмотрел, ну, покер-матчер. Я думал, может, добавят сюда, в этот, в яйца, но видите, здесь все по-старому. Рибит, Седна, Некрос, Рунин, Вольт, Арктика. То есть ничего, ничего нового, к сожалению, нет. Поэтому не выбивать вы его и не выбить, он чисто получается с официальных событий. Вот видите, официальные события, как и дракон. Других можно, например, получить, нанять за гемы, а этого вы, к сожалению, никак не получите. Вот. То есть больше ничего такого, по сути, обнова не принесла. То есть обнова какая-то, ну, новый питомец. Единственное, что что-то, хоть что-то новенькое, плюс дракон донатный, которого пока, к сожалению, нигде не продают. Ну и плюс завтра будет уже запущен шар здесь на русском сервере, скорее всего его запустят в субботу, на Тайване он есть, а насчет обмена я не знаю, все может быть, что на русском сервере опять похерят у нас обмен героев и, соответственно, ничего мы не получим, то есть такое тоже есть. Больше с такого, сейчас я еще заведу, посмотрю весь список. Вот все, что они добавили. Возможность создания девятых эмблем. Ну, не знаю. Их будут и так продавать девятки скоро. Пока больше ничего. Ну, два скина, которых я вам показал. Их тоже, в принципе, с пяти сумок вы их не достанете однозначно, чтобы сейчас потестить. Пока ничего не продают, конечно, вот опять же, где достать? Вот, будут сумок падать эти эмблемы, то есть со временем их будут все больше и больше продавать, точно так же, как и здесь вот продают, посмотрите, вот, ну, раз на раз не приходится, 80, то бывает, то есть по-разному продают сумки последние, с которых можно получить, ну, это английский сервер, то есть тут за минимум можно получить топовые скины и собрать героев. Если же взять русский сервер, там полная печаль. Огника у нас, которых я разыгрываю, так до сих пор и не завезли. Уже третья неделя. Тупо забили. Тут за десятку можно огника, лазулю получить и куча всего. То есть, а здесь, ну, просто вот посмотрите на этот убогий рынок. Хоть даже там вы скажете, вот, уже добавили там куча всего. Но по сравнению с тем сервером, здесь даже не продают то, что надо для развития аккаунта. Ну, такое, это русский сервер. По поводу Тайваня. Сейчас мы забежим на Тайвань, глянем, что там у нас поменялось. Ну, там тоже не продают. То есть, герой настолько имбовый, что его просто даже не продают. Уже не знаю сколько, раньше хотя бы день в день, там, либо на следующий, а на Тайване, то как обычно. Что-то последнее время начали продавать. Ну, на английском, я надеюсь, завтрашнего дня начнут. Ну, хотя бы начали, уже показали нам плюхи. Вот он, шарик, с которого дают, как обычно, все по стандарту. Ну, дают скины на Махатму и на Асуру, которые, в принципе... Так, запарила эта песня. Которые, в принципе, нормальные. Ну, и тут, конечно, дают апекс, кристаллы и все остальное тоже можно забирать. Ну, и обмен героев, который, в принципе, довольно-таки неплохой. Но, опять же, в большинстве случаев удира слить ради двух камней. Такое, ну, вот Рину слить ради одного камешка тоже плюс 30 кгшек, плюс 1500 самых. Ну, я считаю, это реально бред. Если это делать, бессмысленно. Два камня, блин, два таких Рину просрать вторую эволюцию. Без понтового. По акциям здесь все то же самое. Пока нигде ничего не продают. То есть зефирику эту получить, ну, просто неоткуда. Потестировать я тоже пока не могу. В общем, будем ждать. Пишите комменты, что вы думаете. Будет ли имбовый герой или нет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.